I want you to know that President Clinton and I are absolutely committed to the health of these contacts. We are committed to building a relationship of equal partnership that harnesses the boundless potential, the imagination and ingenuity with which both of our nations are so blessed. Несмотря на очевидный прогресс, мы еще видим немало нерешенных вопросов. Российская сторона, к примеру, уже давно высказывает серьезную озабоченность отсутствием у нас на постоянной основе режима наибольшего благоприятствования в торговле с США. Перестала соответствовать реалиям сегодняшнего дня классификация России как страны с нерыночной экономикой, что приводит к установлению неоправданно высоких антидемпинговых пошлин по ряду важных позиций нашего экспорта. Установлены также необоснованные с нашей точки зрения количественные, ценовые и иные ограничения на некоторые поставки из России в Соединенные Штаты, в частности по природному урану, спортивному охотничьему оружию, коммерческим запускам спутников и целому ряду других аспектов, которые мы надеемся...